Как вы думаете, что это такое, ребятки? Муха-ха-ха! Ну что, привет, друзьяшки-лубашки, меня зовут Лавиния, и сегодня я играю в игру Super Bear Adventure. Кстати, зацените мой хэллоуинский скинчик. Ну так вот, в этом видео я буду рассказывать, где находятся все стикеры. Кстати, вот здесь, сзади этого домика, показывают, где находится стикер в пустыне. Это нам пригодится. Ну а сейчас черепашья деревня, вжи! Побежали за стикером. Бегу. Собираю монетки, заворачиваю сюда и теперь прыгаю наверх сюда. О, я что-то монетку пропустила, которая там была в воздухе, но ничего. Вжить сюда, дубль 2. Бегу вперед, сюда, опа, вот, батутик. Дальше, погнали, сюда. И теперь, опа, собираю вот такая вот классная черепашка с очками профи. Она находится прямо над камнем. Высоко над камнем. Следующий стикер здесь под лестницами. Вот и что ли, как-то так. Вот здесь просто Чика кайфует или Шика кайфует от теплоты воды. В общем, классно. Когда у нас здесь осень, все такое, она просто отдыхает. Классно. Теперь прыгаю сюда на лианы вот эти вот. Наверх. Фух. Надеюсь, они заценят мой скинчик. Ну что, как вам мой скин? Как тебе мой скин? Что-то она как-то не, она какая-то не в настроении. Пойду наверх и собираю монетки. Надеюсь, хоть заяц заценит мой скин. Как тебе скин, а? Друг, иди сюда. Он хочет меня съесть. В общем, друг называется. Я ему хочу скин показать, он меня съесть хочет. Что такое? Ну, сейчас второй стикер. Фух, еще чуть-чуть и не дошла бы. В общем, вот такой вот очень красивый стикер. Это все стикеры в этой черепашьей деревне. Сейчас пойдем в пустыню. Фух, лазит вот так вот. Да помню, что не надо ко мне идти. Ну все, поехали. Вот я и в пустыне. Я побежала за стикером. Бегу, стикер там. Вот, сейчас я до него как раз-таки дойду. Вот так вот бегу. Фух. Там, кстати, огромная дверь, правда, ее никак еще не откроют. Ну и ладно, тут даже очень классно, очень даже большая пустыня. Эй, ты что остановился? Давай дальше беги. Бегу вперед. Вон там где-то этот стикер. Иду сюда. Сейчас мне надо будет прыгнуть вот сюда. Надеюсь, меня никто не съест. Давай, прыгай. Фух, дальше сюда. Отличненько. И теперь с этого угла надо допрыгнуть сюда. Вот такая вот пирамида, ребята. Очень классная. Вот такой вот стикер. Теперь следующий стикер. Конечно же, карта, которую я показывала в начале видео. Нам очень сильно поможет. Вы видите там домик, а там на самом деле два домика. Вот, теперь видно. И на одном из этих домиков находится стикер. Как раз таки я это сейчас и покажу. Вот так вот прыгаю на этот дом, встаем в угол и шлепок животом. Вот такой вот красивый стикер. В общем, медведь с крутыми очками и смотрит на вот эту вот красоту. Вот эту вот башню. И да, вот так вот делается шлепок животом. Кнопку А и зажимаем кнопку Б. Я тут без кнопок играю, но думаю, вы меня поняли, потому как я сказала название кнопок. А сейчас пойду за третьим стикером, почему бы и нет. Все стикеры очень даже классные. Бегу вперед. Ой, башня меня что-то захватила, выбрали меня. Я пойду за стикером. Вперед, вот это вот. Вот это вот, куда еще ничья нога не ступала. Ладно, шучу, туда тысячу раз шли. Сюда иду. Ну чё, это не надо проходить. Мы идем сюда. Вот он наш стикер. И опа, вы нашли спрятанный стикер. Классно. Фух, вот такой вот классный стикер. Там Барон не смог разобраться с управлением. А теперь снежную долину. Уи, вот я здесь в снежной долине. Бегу забирать первый стикер. Что сначала потребуется сделать? Понадобится пойти сюда, но ни в коем случае не касайтесь вот этого вот снега снизу. А то вот эти вот черные штучки будут недовольны, очень недовольны. Иду сюда, прыгаю, вот я допрыгнула, а теперь надо так прыгнуть, чтобы дойти до этого стикера. Вот, ребята, стикер Йети, очень классный стикер, и тут он прям недовольный. Хотя
Он когда-то может ходить с радостным лицом, да я его никогда таким не видела. А сейчас пойду за следующим стикером. Вот так вот лечу. Сейчас меня встретят два друга. Здравствуйте. Как дела? Ой, что же вы так меня не очень радостно встретили? Что вам не нравится? Ну, сами виноваты. От окна отходим сюда. Ну, как раз таки, ну так. О, вот, флай. Вот такой вот стикер пингвинчика, который летает. Вы когда-то видели летающих пингвинов? Я только на этом стикере. Ну, а сейчас пойду за следующим стикером. Побежали. К сожалению, никак я так наверх не могу добраться. Поэтому бегу вперед. Иду сюда. Оп, еще монетки. Вот еще монеточка. Почему бы и нет? Очень даже классно. Тут пингвины. Бегу сюда. Там нас ждет очень дружелюбный пингвин. Ой-ой-ой, все, ухожу, не буду тебе мешать. Иду сюда. Здесь тоже у нас очень дружелюбные гости. Кто там на меня согрелся? Ты там помолчи. Я хочу стикер сзади этого дома собрать. Собираю. В общем, вот такой вот классный праздничный олень. Мне очень нравится этот стикер. Прям вот такой вот Новый год. Хотя скоро Хэллоуин, а у меня Новый год. Классно. А сейчас стикеры в доме. Уи! Погоня за мной! Вот я здесь, погнали. Правда, сейчас нас ждет очень уж неприятная встреча. Здравствуйте, придется с ними разобраться всеми, а то если ты упадешь и не разберешься с ними со всеми, то тебя ждут большие проблемы. Иду сюда. А, она вниз прыгнула, ну ладно. Посиди там. Вот так вот убрала ее. А, тут тоже есть мышка. Давай. Не мышка, прямо крыса, что ли. Она меня не заметила. Ура! Минус одна проблема. Она меня тоже не заметила? Не заметила? Классно, минус две проблемы. Вот так, получается, теперь там еще она думает, я тебя не вижу, я видела твой хвост. И вообще, я на всю жизнь запомню то, что ты там находишься. Как не забыть-то такое? А ты что тут творишь-то? Так. Фух. Раз, два. Есть! Получилось! This is not a brick. Это не кирпич, это блок лего. Ну что, побежали теперь за следующим стикером, который находится вон там, на холодильнике, на моем любимом месте. Куда? Мне надо сначала открыть холодильник. Иду вперед. Сюда. На книжке сейчас меня будет ждать пыльный друг. Там тараканы бегают. Мне интересно, если бы там еще пауков добавили. Сюда. Сюда. Топаю. Теперь надо допрыгнуть вниз. Ну, я, конечно же, соберу монетки. Почему бы и нет? Вот так, вот так. А теперь... Давай. Давай, Лавиня, у тебя получится. Хорошо, открыла. Теперь с помощью вот этих вот прыжков запрыгиваю сюда. 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 И, конечно же, вот сюда. Так, получилось. Теперь на эту рыбу. Теперь на этот сыр. Вкусный сыр. Правда, он ледяной. Наглядно показано. Так, не получилось допрыгнуть. Опа. Сейчас буду пытаться. Просто я вниз упасть не хочу. Вот тут прям очень сложно прыгать. Вот. Есть, дошло. Я не знаю, как у меня это получилось. Вот, собираем, это не просто яблочко. Что же случилось с барином? Барин не сдержался и стал яблоком, ребята. Это вообще что-то с чем-то. Как такое могло произойти? Я не знаю, наверное, эти мышки взяли его под опытом, что ли. Я не знаю, что они с ним сделали. Ну, хорошо то, что наш барин не оказался на этом месте. Оп, стоп, я же пушка, куда я пошла? Вот так, вот, наверх. Давай, запускай меня. А, я забыла то, что я должна на кнопку нажать, но я жду. Когда вы меня запустите? И сюда. Теперь сейчас будет очень-очень сложный стикер. Вообще, мне кажется, вот этот вот большой дом тут самый сложный. Напишите, как по вашему мнению, какая, по вашему мнению, самая сложная карта. Там что, мышка? А, да, там мышка. Я подумала, что там злая мышка, а там добрая мышка. Вот-вот. Иду сюда. Прыгаю на книгу. Нет, сразу прыгаю сюда. Так, вот так. Вот сюда прыгаю, вот сюда собираю. Теперь не надо прыгнуть сюда. Ключик у меня есть. Ну ладно.
Вот так вот полетела. Нет, только не в кровать, давай лови меня. Пусть у тебя получится с первого раза. Вы поставьте лайк, что точно получилось. А то вы меня очень поддерживаете, лайк. Зачем мне в ванную? Лавиня, куда ты залетела? Это не было в сценарии. Лавиня, куда залетела? Тут тараканы, зачем тебе сюда? Дубль 2. Хорошо то, что я отошла от этих тараканов. Фу, голова ударилась. Ничего, у меня была тыква на голове, поэтому ладно. Не трогаем меня, не трогаем. Сидим под кроватью. А сюда, на эту кровать. Вот так, сюда. Мамочки, страшно, очень страшно. Сюда прыгаем, по этому батуту. Вот так, сюда. Дальше сюда. Вот где мой самолет. Самолет заспанился. Самолетик, давай, чудо, самолетик, давай, у тебя получится. Оп, оп, аккуратно, аккуратно. Куда ты летишь, Лавиня, давай. Лавине надо просто залезть на дверь. Так же, что она вытворяет? Мне кажется, мой самолет больше не потянет. Ой-ой! Фух. Живи. Живи. Так, сюда. Самолетик, давай. Самолетик мой миленький. Давай. Есть, получилось. Теперь осталось ровненько пройти. Есть, вот такие вот разные вараны. Хм, интересно, интересно. Целая коллекция этих баронов. Ну а сейчас, ребятки, я вам хочу показать секретку. Узнала я ее уж очень-очень давно. Как вы думаете, что это такое, ребятки? Про это даже ни разработчик, никто ничего не говорил. В общем, вот такая вот тайная загадка для всех, кто играет в Super Bear Adventure. А сейчас поставьте лайкусик, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Всем пока-пока. Зацените мою новую шляпу из этой стрелочки.